большая, как шага. Большая, как шага. Весна. Заливные берега. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Все, начали сплав. Сбор. Сбор оборудования. Вещей море, как всегда. Все необходимо. Река большая, как шага. Ну вот, ребят, мы потихонечку, в общем, стартанули. Очень интересно, я никогда не сплавлялся. Посмотрим, что из этого выйдет. Серега, идем. Идем потихонечку. Идем, ребята. Вот он. Впереди у нас по плану 3 ночевки, 4 дня. Смотрим, что получится. Пока впечатления, первые впечатления приятные. Конечно, красиво. Солнышко выглянуло и как-то настроение поднялось. Уже сборы оказались не такими долгими, как я изначально думал. Так что, может быть, не все так плохо. Вот. Ну, продолжаем. Большого Кундыша впадает река Большой Кундыш, как шагу стояночка на берегу занята, правда, кем-то. Ну, мы идем дальше, будем присматривать себе место стоянки. Вроде первое место для стоянки выбрали. Мишкиных какашек не видно, каких-то других зверей только следы. Вот хороший пикничок.
И хороший вид на реку. Вот сейчас там Серега соберет, затащит. И, наверное, вот здесь мы расположимся. Так что, ребят, добрались до первой стоянки. Сейчас начнем обустраиваться. Время у нас 4 часа почти. Как раз хорошо, нормально, спокойно. Прошли мы больше, чем рассчитывали. Ушли довольно далеко за устье. Да, от места впадения реки Большого Пундыш. Ну, посмотрим. Это хорошо, лучше иметь запас по времени. Новая палатка. Эврика. Эврика. Я стол брал небольшой, чтобы как раз что можно было туда поставить, если дожди. И хоть пока низко, но хотя бы за столом можно было посидеть. Ну и меня, у меня вот палатка Норфин. Ну ничего, простая, но пойдет. Не пойдет, конечно, ничего не пойдет. Зато ставится быстро. Знаешь, оно иногда... Иногда скорость важна. Особенно... Когда приходишь, когда вот... Дождь. Особенно, когда уставший, да? Когда уставший и когда под дождем. Пошел дождь, уже вечер, темнеет. Уже все, нафиг, быстрее бы. А тут надо кол эти разложить. Дуги, место разметить. И это. Так что это тоже. Оно хорошо в такую спокойную погоду разбирать. А потом представь, вот как мы идем. Каждый день собрать, поставить, собрать, поставить. Это хорошо, вот приехали, когда там 3-4 дня сидишь на месте и нифига не делаешь. Ну почему? Это как раз лагерь, стоянка. Вот. Уже вечереет. Тихо, спокойно, сухо. Не сказать, что сильно жарко. Ну и более-менее. Что, мы сейчас все поставили, да? Что нам осталось? Может быть, костерок вечерком сделаем. Палаточки поставили, все поставили. Так что, ребята дежурят. Настало утро. Серега уже с утра лес топит, греет. Ну, вроде ничего. Первую ночевку пережили.
сейчас кофейку. Жереха, правда, он что-то не наловил, все обещал. Ну, придется так обходиться тем, что есть. Самую холодную ночь пережили, дальше уже будет проще. Скиф, кушать будем? Что, что, где? Что? Нет, ложная тревога. Почему-то многим нравится, когда я поднимаю тему ножей. Но сейчас вам еще покажу еще один ножик у меня. Такой мой любимый походный. Вот он. Мора Канцбол. Мора Канцбол. Очень мне нравится. Это продолжение Мора 2000. Любимый всеми туристами. Ну вот как-то Мора 2000 у меня была, мне нравилась, но она как не зашла совсем так сильно в мой обиход. А вот Мора Канцбол, скажем так, меня дожала. И мне очень нравится. Ничего особенного, но удобно. Мне очень нравится эта геометрия лезвия, как у Мора 2000. Вот такая вот с заужением в носовой части. То есть мне нравится, что нож не толстый. 2,5 миллиметра в обухе. И очень приятная прорезиненная рукоятка. Вот. Я думаю, что прям такой подробный обзор на него нет смысла делать. Но вот честно скажу, что я вообще не вижу ни смысла больше ни в каких ножах, а других, то есть дорогих там каких-то там. Вот Мора 2000 или Мора Канцбол не зря так любимы всеми туристами. Так что мне нравится съемный подвес. Все. Все. Вот так. Ну, пошли, второй день. Второй день похода. Вышли. Там Серега.
Доброе утро. Это мы, бригада полярников. Один полярник вот. Другой полярник. Он там где-то спит. Вон в палатке. Это наша вторая стоянка. Прошла ночь. Прекрасно. Уже теплее. Очень здорово. Ну что, надо вставать. Идти завтракать. Давайте-ка. Пойдем. Пойдем. Скифа. Скифа. Встали мы на свою вторую стоянку в нашем сплаве. Как Серега нас обозвал, бригада полярников. Он нас назвал бригада полярников, потому что первая ночь была холодная, но вторая ночь вроде нормальная. Не стал снимать, как мы встали. Вот уже проснулись сегодня хорошо, тепло. Очень хорошенькое место, такой прям пляжик, баунти. Хорошая стояночка, сейчас я вам ее покажу. Вот наша стояночка. Серега что-то тоже тут заваривает. Вот тут ночует бригада полярников. Там арктическая экспедиция, да? Арктическая экспедиция. Хорошее место. Вполне себе. Обустроенная стояночка. Вон там наши лодки. Это хитрая рыжая морда, которая ждет, пока ему что-нибудь перепадет. О, сейчас включил. Доброе утро, Москва. Не записываешь там свои мысли какие-то? Записываю. Но понимаешь, в этом походе у меня никаких мыслей нет, нифига. Что касается чистоты природы, то в Мариэл все довольно хорошо. Здесь хорошие чистые леса, все хорошо. Вот кроме вот таких вот построек, вот таких вот. Лично меня вот эти такие постройки бесят. Потому что, ну и там всякие разные сооружения, там на стоянках. Эти благоустройства. Они благоустройства могут быть хорошими, если за ними следят. А со временем они превращаются, не знаю, в какой-то... в какой-то заброшенный бомжатник это все. Лучшее место для туристов, когда после туристов остается только примятая трава и больше ничего. А все эти благоустройства на самом деле не очень хорошо. Вот это что такое вот? Какие-то бочки, баня какая-то. Ну, я, конечно, понимаю, что есть любители. Но, ребята, вы, если хотите, вы можете приехать со своей баней и потом собрать ее и уехать. Сейчас есть все. Если вам нравится баня, это не значит, что всем остальным она тоже здесь нужна. А в итоге природа у нас обрастает такими стоянками. Вот. А так место хорошее. Хитрая рыжая морда. Да, Скиф? В общем, ребят, маршрут, который у нас был рассчитан на 4 дня, на 3 ночевки. В итоге мы его прошли за 3 дня, 2 ночевки. То есть прошли мы быстрее. Не знаю, сегодня, наверное, сейчас будем решать. Либо мы сегодня соберемся, все-таки пойдем уже возвращаться. Потому что остался небольшой, вообще небольшой проход до нашей конечной точки, до моста. Откуда нас можно забрать? Уже около устья, около Кокшайска.
Либо мы можем остаться здесь, еще, ну, побыть денек здесь, просто стоять, там, позаниматься делами, там, Серега может порыбачить, не знаю. В общем, сейчас решим, как мы будем действовать дальше. Сейчас коротко покажу свою палатку. Ну, очень доволен. Хорошенькая палаточка у меня новая. Не кемпинговая, а такая трекинговая, правильно бы сказать. Ну, честно говоря, мне очень нравится. Она двухместная, небольшая, но с тамбуром. И как-то она мне прям очень хорошо зашла. Рад, не ошибся. Не ошибся. Так что теперь буду пока с этой палаткой. Кемпинговую, конечно, можно взять, но не знаю, зачем она нужна. В кемпинге хорошо, удобно, но ставить ее дольше. И главный минус кемпинговой, что кемпинговые палатки очень не любят штормовую погоду. Несколько раз попадал так, что ее там, не знаю, ставишь на растяжке, даже вроде бы, которые хорошо защищены от ветра кемпинговые палатки, они все равно очень боятся вот этой штормовой погоды. Ну и опять же, да, постановка, поставить, снять кемпинговую палатку требует время и усилий. Конечно, я еще не пробовал с пневмокаркасом. Хочется попробовать еще палатки с пневмокаркасом. Ну, может, как-нибудь. Как-нибудь. У меня пока внутренне я не созрел в надежности этой системы. Вот мой Атик спит. О, спит как он. Вчера днем, во время перехода, произошло одно происшествие. Ату выпал с лодки в реку, прямо на ходу. Пришлось его спасать. Конечно, я здорово испугался. Ату тоже. Все, наверное, заметили его привычку садиться на самый край. И на очередной волне он все-таки выпал за борт. Сидел на носу, упал в воду. Был на поводке. Поводок с одной стороны создал риск, потому что он прямо его ушел под лодку, Ату, и поводок его там как бы удерживал, но с другой стороны его не унесло течением, и удалось его подтянуть, отстегнуть в воде и вытащить. В общем, так, пришлось мне, конечно, здорово понервничать, Ату тоже, но во всем есть плюс, что, надеюсь, он теперь будет осторожнее. То у него не было совершенно чувства страха. Сейчас он немножечко станет осторожнее. Наш рыболов-спортсмен. Я смотрю, там уже этот жерех бьется хвостами, он из лодки. Где жерех? Жерех? Я же как марный рыбак. А он в речке остался. А, то есть ты его покормил и отпустил? Да. Так.
пошел. Так, второй. А тут ты что, флэш пошел? Максим такой. О, я тоже так хочу вот там. Хорошо. Вот это, я бы тоже так. А может и нас можно тебя с кораблями вперед поставить? Одним вот так отбуксировал бы. Заходи, а тут, давай. Давай, заходи, вперед. Давай, пошел. Заходи. Давай, заходи. Давай. Ну что, друзья, решили мы все-таки сегодня возвращаться. Будет у нас укороченная программа. Уходим мы с нашей места второй стоянки. Идем до нужного нам моста перед падением в Волгу. Идем до этого моста, откуда нас должны будут забрать. Погода сегодня прекрасная, тепло, солнечно, прям вообще красота. Дельниковский мост, завершающая точка нашего маршрута, нашего сплава. Немного ниже, как шагом, впадает в Волгу, но нам туда не надо. А мы сейчас будем подбирать место где-нибудь здесь и вытаскивать лодки. Сейчас будем присматривать. Хороший был сплав. Так что, ребятки, все, мы дошли до точки. Собираемся.